Вот как-то так и получается, да? Мы говорим о нововведениях. Нововведения для нас, для нашей питательной структуры нашего тела. Это замечательная такая же столовая по-домашнему, которая открылась здесь, на Тресте Магнитострой. Прямо вовнутрь можете зайти и покушать. Это очень вкусно в действительности. Потому что это уже четвертая столовая. И будем надеяться, в следующем, а может быть и в этом году, мы откроем еще несколько других столовых. Мысль правильная, и дело-то есть. Но что такое человек? Он хочет, во-первых, есть, во-вторых, одеваться. И то, и другое в Магнитогорске можно найти. Но давайте определимся. Среднестатистический уровень шашлыка в мире. И это ценники от 40, ну максимум 100 рублей за шампур. То есть для нас шашлык это не главное. Я говорю про нормальный уровень питания. Что нам надо? Лучший показатель и наша кухня. Вот это и сейчас есть в Магнитогорске, в столовой по-домашнему. И она открылась в Тресте Магнитострой. Да, ассортимент сейчас увеличился значительно. А вопрос цены? Ну, как всегда, хотелось бы подешевле, но уж как есть. Не дороже, чем было раньше. То есть мы понимаем, что качество улучшилось в разы, да? А цена та же самая? Ну, примерно так, да. Ну, как открылись, да, бываем. То есть, в принципе, недорого? В принципе, недорого. Очень вкусно готовят, все свежее, выпечка свежая, мне нравится. Почему это хорошо? Ну, во-первых, да, и во-вторых, весьма интересная цена. Кто-то может сказать, что в Китае, Таиланде и Турции ценники чуть ниже, но давайте определимся с правилами. Там все всегда растет, у нас малость другие показатели. А так результат, ну, просто очевиден. Да, ребятки, вы мне можете много чего говорить. Но я не могу сюда зайти и не покушать. Это вообще никак не получается. Другого варианта нет. Потому что здесь супер и замечательная столовая. Русская, самая русская столовая. То, что должно быть. Теперь я ничего сегодня не буду говорить, потому что люди не совсем понимают, что в моей процедуре общения многие хорошие вещи переводим до вашего сведения. В следующий раз другие материалы посмотрите и поймите, что я вот в своих стендапах дальше вам рассказываю. Но тем не менее, мы говорим о стандартном блюде, которое здесь кушается. Вот я взял конкретное, большое, очень красивое блюдо с салатом за 250 рублей. Покушать его, естественно. Ну и в связи с тем, что у нас пост, мы взяли постное блюдо. Так вот, это постное блюдо целиком дотягивает до цены 70-80 рублей. Ну, я считаю, что такая сумма есть у каждого. Ну вот посмотрите, как все это выглядит. Обалдеть! К слову, это реально вкусно, и приготовить такое смогут, извините, мастера. Не каждый способен творить, не каждый. Но, естественно, каждый может сделать свое. Но, по сути, давайте соберем все это вместе и определимся с фактором. Сколько это будет стоить в ваших часах? Очень долго. Я думаю, дома такого не приготовишь, конечно, на каждый день. А здесь можно перекусить каждый день? Можно каждый день, с утра и до вечера. Насколько хороша вот эта столовая? Очень приятно, что она открылась после Нового года. Очень радует здесь ассортимент, широкий ассортимент. Все очень вкусно, прямо как дома. Да, конечно, разворот-то у нас был не детский. Наше руководство общепита решало правила. И по сути такая кухня была везде. И мы даже не парились, а ели. Ели сытно и хорошо. Возврат возможен, но вы должны это показать, что вы хотите и как вы можете питаться. Всегда и везде вы запомните, мы должны кушать лучше и вкуснее. Вы можете попробовать, места есть в Ленинском и Правобережном районе. Покушайте здесь и сравните, и вернитесь к нам в столовую по-домашнему в Тресте Магнитострой. Весьма впечатлительно, весьма впечатляют меня и цены. Те же самые, все абсолютно грамотные и нормальные цены. И мы здесь можем покушать и утром, и днем, и вечером. Потому что это тоже примерно та же самая пробка, которая располагается чуть выше, на улице Советской. Но с другой стороны, давайте все-таки будем питаться вкусно. Где мы это сделаем? Здесь, в столовой по-домашнему, которая располагается в Тресте Магнитострой.